Это ничего не сказать. Мы написали эту песню час назад, вдвоем. Я написала стихи, Леночка написала мелодию. Мы хотим... Браво! Это действительно правда. Я рассказала ей о том, что я сделала небольшую программу по негритянским спиричулс, госполс. И Леночка, вдохновившись этой идеей, сказала, давай напишем госпол. И мы написали госпол. Посвящаем мы эту песню хозяину слета Александру Шайкевичу. Спасибо большое за гостеприимство. Сколько можно грешить и метаться? Сколько можно сигару цедить? Обернуться, вернуться, обняться? Эх, последнему сну угоди. Героя на сцену! Мы здесь.